Всем привет! Меня зовут Тамара Жирова. Я преподаю русский язык. И сейчас у меня отпуск. Я отдыхаю в Гоа. Это Индия. У меня есть свободное время. И я делаю видеоуроки. Я рассказываю, что я делаю, во сколько я встаю, во сколько я завтракаю, обедаю, ужинаю, как я живу. И мои студенты смотрят видео, слушают, понимают и изучают новые слова. Если вы тоже изучаете русский язык, это очень хорошая практика. Сначала вы смотрите видео, потом вы читаете текст на сайте, и потом вы изучаете новые слова. Пока! А, нет, не пока. Like, share and subscribe.